dosyć, że pchniałby. Ja nie понимаю, tylko taki żywy i kosmoty, bo tam ja nie znaję. Thank you.
научился. Вылез маркер, что это лопнула труба. Нечто непонятно. Нехто подоставал это. Непонятно, что это такое. Стало. Странно. Мог кто хотел открутить. Короче, это маркеры. Сама сажалка. Так. Что хотел сказать про эту сажалку? Сажалка на 4 рода, она это польское производство фирмы Патрик Веремчук. Садить она капусту. Капусту можно перцы, баклажаны, помидоры. Все садить можно, что у кассету, ци стаканчики. Тут она на 4 радка. 4 радка регулируется глубина тут везде. Густота посадки тоже регулируется. Вот такие вот диаметры, я не знаю, тут, наверное, сантиметров 8 можно садить диаметром. Не, наверное, не меньше, потому там трубка меньше. Где-то сантиметров 5 диаметром можно садить стаканчик, чтобы был 5 сантиметров диаметром. И садить помидоры, перцы, баклажаны можно садить такое. Это сажалка и Патрик.